Добрый день! Сегодня я хочу вам рассказать, как защитить бизнес-идеи. У каждого стартапа есть своя судьба и своя история, но все стартапы объединяет то, что в основе каждого из них лежит своя уникальная идея, фишка. Часто стартаперам приходится сталкиваться с кражей, воровством идей, которые делают их бизнес уникальным. Не все, впрочем, считают это преступлением, в том числе и законодательство. Более того, у многих воров есть знаменитые защитники. Нам никогда не было стыдно за воровство великих идей, так говорил Стив Джобс в интервью 1994 года. Нам всем известно, что Apple не придумали смартфон, Google не придумали поезд, а Amazon не первый интернет-магазин и Facebook не первая социальная сеть. Так можно ли защитить свой бизнес от недобросовестных партнеров и конкурентов? Правильно сформулированное соглашение о конфиденциальности, оформленное ноу-хау, заранее продуманная стратегия защиты бизнеса помогут защитить вам идею стартапа даже в условиях несовершенного законодательства. Для этого вам необходимо осуществить следующие формальности. Первое – это заключить так называемое джентльменское соглашение, где вы можете открыть идею своего стартапа вашему инвестору, а инвестор примет на себя обязательства не применять и не использовать идею стартапа без вашего участия. Второе, что следует сделать, это заключить соглашение о конфиденциальности, где стороны принимают на себя обязательство строго сохранять конфиденциальность относительно идеи, а также несут строгую ответственность за нарушение таких обязательств. Оформление ноу-хау. Закон определяет ноу-хау как сведения любого характера – производственного, технического, экономического и организационного. Такие сведения должны иметь потенциал коммерческой ценности и в отношении которых должен быть применен режим коммерческой тайны. Существенным преимуществом этого способа защиты является возможность привлечения нарушителя к административной и уголовной ответственности. Поэтому применяйте свой креативный подход не только к самой идее стартапа, но и к защите с помощью консультанта. И это непременно сделает ваш бизнес успешным. А мы всегда ждем вас и всегда рады вам помочь.